порядок голосования в пандемии. Избиратель при входе в помещение для голосования обязан соблюдать социальную дистанцию. При этом расстояние между двумя избирателями должно составлять 1,5-2 метра. При входе в здание у избирателя измеряется температура тела. Ему выдается защитная маска и медицинские перчатки. Руки дезинфицируются антисептиком. Избиратель предъявляет участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность. При необходимости на короткий срок снимает защитную маску и показывает лицо. Помните, соблюдение санитарных правил на выборах имеет важное значение для поддержания вашего здоровья.